Незрячий пешеход. Петропавловские полицейские провели необычный эксперимент. С его помощью стражи порядка в очередной раз напомнили водителям о предоставлении преимущества на дорогах слепым. Подробности в следующем сюжете. Акцию в рамках месячника «Белая трость» инициировали представители областного филиала общественного объединения «Казахское общество слепых». Правилами дорожного движения предусмотрены преимущества для незрячих пешеходов. Согласно правилам дорожного движения пункта 14 раздела 5, во всех случаях, в том числе и не пешеходных переходов, водитель пропускает слепых пешеходов, подающих сигнал белой тростью. Данное правонарушение предусмотрено ответственность статьи 600 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Как показал эксперимент, большинство водителей не знают об этом пункте правил дорожного движения. Девушку, которая пыталась перейти дорогу с помощью поднятой трости по улице Валиханова, никто не пропустил. Некоторые водители даже выражали свои гневные комментарии. Мы убедились, что многие водители нашего города не знают этого правила, так как они, многие не останавливались, кричали грубые слова, скажем так, на нашей девушке. Но есть многие, которые и знают. Сотрудники патрульной полиции останавливали водителей и разъясняли права на дорогах слепых пешеходов, вручая разъяснительные брошюры. И хотя меры административного воздействия не принимаются к водителям, в первую очередь полицейские обеспокоены безопасностью слепых пешеходов. Не на всех перекрестках имеются специальные светофоры. Тимерлан Кеубаев при содействии пресс-службы департамента полиции.